Для чего же все же приходят наши участники на проект? Решила задать этот вопрос и в этом сезоне шоу «Фактор Бай». Меня зовут Хелена Мирай, это «Дневники проекта». Мы начинаем. Задают такие вопросы участникам не только за кулисами, но и на сцене шоу. Машенька, вы сюда пришли вершить свою судьбу, правильно я понимаю? Да, у меня душа очень сильно лежит к музыке. Учусь на отлично, глубоко изучаю химию и биологию, готовлюсь к экзаменам и серьезно готовлюсь к поступлению в медицинский университет. Придя на «Фактор Бай», может все кардинально измениться. Если вы талант, ваше призвание быть на сцене. А стены «Фактор Бай» таких участников не отпускают просто так. Выходит, что... То есть мы на проекте буквально можем изменить всю твою судьбу. Все возможно. Пойти на большой риск. Для этого нужна не только сила воли, но и вера. Из этого вытекает логичный вопрос. Во что верят участники? Вот когда приходят к нам на проект. Каждый участник верит в какое-то развитие, просто как опыт. Для меня это победа. Надеемся, что все сложится, как вы хотите. Пришли побеждать сегодня в какой области? В области победы. Ну не торопитесь вы уже бежать за победой в первом этапе шоу. Стоит придерживаться определенной последовательности. Мы хотим сначала пройти в следующий этап. Да. Потом мы хотим уже победить. Да, краткосрочные цели, да. Нету такого главное участие. Как будто бы и нет. Почему? Я просто знаю, что если в этот раз что-то пойдет не так, я приму это к сведению и приду еще раз. А потом еще раз. И то еще есть раз. Буквально каждый раз, пока не победишь. Да. Еще на сцену не успели выйти, а уже планируют свой камбэк. Верь в лучшее, но готовься к худшему. Эта система так работает. На что надеяться и к чему готовятся участники шоу «Фактор Бай»? На хорошее выступление. И все? Поразить зрителей. И все? Показать им свою душу. И что еще? А что еще? Да ладно, просто все говорят, надеяться на победу, готовиться к победе. Ну это как бы, если ты пришел на это шоу, это как бы ожидаемо уже от тебя. Ты готов вообще к выступлению? Что об этом думаешь? У тебя же опыт такой, бэкграунд большой. Бэкграунд большой, но здесь это совсем отдельный вид искусства. Это фактор. Здесь прям все по-крутому, все необычно. Очень такое нормальное волнение у меня. Даже опытных участников сцена шоу заставляет чуть поволноваться. Ведь «Фактор Бай» — это не просто шоу. Это проект, который способен изменить судьбу. Для меня уже как будто большое достижение, что я попала на кастинг «Фактор Бай». Я не ожидал, на самом деле, что вообще меня позовут. Это случилось тогда, когда мне это прям необходимо внутри. Решил попробовать показать немножко себя. «Фактор Бай» сейчас очень масштабный проект в Беларуси. Да и не только в Беларуси, сейчас многие из других стран приезжают, я вот заметила очень много. Мы тоже очень надеемся, что все получится. Так, давайте, парни, вы скажете, зачем вам «Фактор Бай»? Попросили на клавишах подыграть, сказали. Все. Для того, чтобы поддержать нашу прекрасную солистку, показать себя красивых. Может быть, уже не молодых, но красивых. И все-таки сцена когда-то давняя мечта. Мы все в этом заинтересованы, чтобы расти как артисты, как группа в том числе. Мы очень серьезно относимся к музыке, в первую очередь. И готовы всегда работать и радовать слушателей своими новыми песнями. Падут ли слова наших участников с реальностью, узнаете вы уже совсем скоро, точнее сегодня в 20:45. Смотрите на телеканале «Беларусь-1». С вами была я, Хелена Мирай. Пока-пока.